Вы самый гостевой. Да. Скажите цветовую гамму. Нет, что-то такое постельно-нежное. Постельно-нежное. Хорошо, не ясно.
Московая, маховая, да? Московая, маховая. Ой, кстати, можно там, Танечка, у нас там есть папочка, и могут люди посмотреть ее. Ну, пока сейчас лучше посмотрим, как вы рисуете. Да, хорошо. Очень классный. У нас целый курс, вот это уже несколько, ну как, серия уроков, там 10, по-моему, 12 уроков. Свободно кистевая вот это, да? Это московая же, маховая, говорится. Самых азов, самых упражнений. Всем дают пошагово буквально вот упражнения. Пожевые. Да, ну что? Ее так сразу никак не отчинишь. Махнули, махнули кисточку. Один бок рисует кисточки темно, другой свет. А вот набор, все там. А? Это все вот объясняется, она просто буквально вот какая как раз какой густоты, как набирать, как, где слева, где справа. То есть это вообще целая наука. Поэтому, да, так что добро пожаловать на наши курсы. Просто одним рассказать и хочется, может, и научить, но это невозможно за один раз, понимаете? Надо человек, чтобы упражнения какие-то выполнял, там, этих пачку листов изрисовал там одним мазком каким-то. Тогда можно что-то. Это какая роспись? Тоже с собой? Да, да, она попросила салон кистевой, только зеленоватых. Это ваша, да? Да, да, это. Это надо же, все кудря такие красивые. Да. Главное, что эти кудри появляются потом. Это такое тонкое дополнение. Как рождается, да? А у детей вообще набор. Удивительные темы Зинаида Владимировна находит просто каждый раз для вот этих вот мастер-классов. И ребенок 3 года, и 4 может выйти с таким шедевром, что даже удивительно. Знаю, была Маша Степанова, моя Люда, это вообще просто, как она внимательно слушала, что она быстрее, чем взрослый, сообразила, что надо сделать и как. И ее получился, я говорю, совершенно замечательный пейзаж. Совершенно без помощи взрослых. Еще можно нарисовать там, где надо. Можно нарисовать. Это композиция. Без вкусного. Это композиция, имейте в виду. Композиция тоже изучать. Она все дает, Без композиции один элемент мы научились сделать. А дальше что? Каждый раз форму видишь и тупик. Как на этой форме расположить? И вот приходится изучать. Это такая тоже целая наука. Мы хотим даже целый курс, чтобы Зина нам дала по композиции. Да, что же, да, это невозможно уже понять самим, это не постигнуть. Подвяжи, а мы тогда с
попробуем ее, эту песню. Вспомни сначала. Сначала Беткова давайте. А Беткова помните? Нет? Кто-нибудь? Кто? Нет? Какая? Сейчас. Сейчас. В общем, у нас есть песня. Сябера. Там, значит, как на Сябера ребятушки, как будто бы у нас, значит, в Сябера появилась девушка, которая лет 17, глупёшенькая. Мы эту песню, значит, слышали с таким же абсолютно текстом и даже напев близким в Твери. Вот. И вдруг появляются песни, которые вот, схожи с Архангельской области. Там уже не девушка 17 лет, глупёшенька, а парень. И вот этот парень этот, значит, тоже влюбился. Вот. А продолжение на севере больше, чем у нас. У нас сохранилось всего лишь несколько куплетов. Сейчас мне это подойдет. Вот. И, собственно, есть такие, конечно, вот лирические в основном песни, очень схожие с Архангельской областью. На фестивале пели «Псковская песня», да? А, Псковскую? Когда? Песни вот сейчас только. И слова-то наши тоже. Ваши, да. А, и еще одна песня, которую мы нашли, значит, Тесово-Нетельский погост, это рядом Новгородчина, значит. Абсолютно такая же песня, как ваша, значит, ой, короче, где вот это вот, что Архангельская губерния-то вот это вот, текст «Выйду за ворота», да, абсолютно, вот надо найти даже первые записи. Очень хорошо. Вот, ну давайте вспомним Беткова, да? Воли нашим лито, Беткове, воли нашим ли, Беткове, во веселой свободы, во веселой свободы, хороший мальчик уродился. Лет 17 холостой, лет 17 холостой, как приласкал тебе девицу, хотел замуж ее взять, хотел замуж ее так взять. Да он не знал, кого спросится, отца с матерью родной. Но оказывается, потом по архангельской версии он встретился, значит, с отцом, а отец не верил, что на свете есть любовь. И вот тогда он, значит, пошел в разнос этот парень, значит, и начал доказывать, что вот отсюда решил показать, что есть на свете любовь. А есть песня «На родимой, на сторонушке». Вот сейчас попробуем. Надя, просто послушайте, если мы что-нибудь подходим. Девчонки, давайте попробуем «На родимой, на сторонушке». Это же так, правильно уже. А где у нас Ксюша, ты сегодня ничего не подбежала? Она должна была прийти, Ксюша? На родимой, на сторонушке, ой, так не болеет, ой, не болеет, да сердцу, ой, не болит сердцу, что на той, да на чужой сторонушке. Ростоскоем все, что так у родимого, то да, деньги работать, ой, работать-то легко, ой, работать легко, что на чужой, да. Ростоскою, ой, ростоскою
Твое село родимое, это дао мамушке, ой, так гулять, ой, погулять, да вольно. Гулять, да вольно, надо снизу. Погулять, да вольно. И вот она гуляла, раскрасавица, довела, да? Да? До зари. Кто там? Погулять вольно, я гуляла, ой, да раскрасавица, ой, так да белой, ой, да белой, да заре. До белой зари, что до белой, то зари до зорю, что ой, да вплоть до запыли, да, уже?
здесь не свободно кистевая. Вот в художественной школе дети вот это могут запросто сделать. Это очень простой вид росписи. Что в этой росписи расписывали? А вообще шкатулочки, тарелочки. Подносы. Подносы. Ну, такая сувенирная продукция. Сделана по заказу. Я помню, потому что я в 80-м году как раз поступила учиться, когда в Москву уехала из дома, то тогда нам уже говорили, то есть мы как художники знали, что есть женщины, которые специально вот для этого дела создает такой заказ государственный был. Она, когда была создана эта роспись, разразилась? Нет, эта роспись, по-моему, в этом еще, по-моему, в 19-м году. Ой, да, это возрождение. Или в 14-м году. Короче, по-моему, еще... Нет, это еще, по-моему, дореволюционная была, да? Да, да, да. Это просто как бы женщина сидела 14-го года, в этом, в архивах и занималась возрождением. Нет, это возрождением. А сама эта роспись, она зародилась тоже не очень старая, не древняя. Не древняя, да. Ну, вот, например, полк Майдай в 27-м году. То есть не все виды росписи имеют такую огромную какую-то свою историческую справку. Нет, пожалуйста. Есть современные виды. Сейчас у нас, к сожалению, комитетов таких нет, которые... Отбор бы вели, поэтому сейчас много сами по себе людей, кто занимается. Очень много росписи сейчас перемешано, особенно такие, как Урало-Сибирская, Петриковская, Киевская, очень много чего намечено. Видите, как просто. Несложно. Эффектно. Да. Ну, если вы... Вот есть красочка, которая... Так, сочетание цветов, которые даже имеют имена. Такие, например, как белое золото называется краска явления. Угу. Ну, вот когда, вот, например, Иисуса Христа рисует, белой одежде и золото. Это называется явление. Вот поэтому восприятие этих красок, вот золото с белым, очень на человека действует как бы вот так. Просветляющее. Да, просветляющее. Например, голубой и золотой фон, например. Голубой, золотой или желтый. Это называется радость. Используется в рекламных целях очень много. Но это я всегда использовалась, понятное дело. То есть очень много, вы увидите, конфет оформленных, например, вот та же коровка, возьмите, голубые и желтые тона. То есть это вот действительно, вот это есть радость, хочется ее. Золотой, особенно и ультрамариновый цвет. Каждый цветов очень в каждом цвете свои оттенки. Самый большой вот это серый цвет. В нем 700 оттенков. Вот. А самый такой скромный это зеленый. 300. Желтый 400. Ну вот так приблизительно. Как-то каждый оттенок имеет свое имя? Нет, конечно же. Нет, какие? Так сейчас мы даже вот краски покупаем, и такие есть имена. Ой,
просто названия такие, я... Убегающая папайя. Да-да-да. А ватную палочку не смысле, Станечка? Не знаю, я должна посмотреть сейчас. Покажите, пожалуйста, что-то я не вижу здесь в обиходе своем. Обычно целая упаковка стоит. Не хочется переживать, видите? Нет, подержите, потому что потом мне придется клеить. Ну, давайте я белый. Не надо. Все, Танечка. Спасибо большое. Я вот так сделаю и все. Просто еще здесь есть белые точечки, и к этому ко всему дополняется сеточкой. Ну, белые точки я так поставлю. На золотом идет разживка. Ой, на белом идет разживка золотом, а на черном идет разживка. На черном. Ой, на золотом идет черная разживка. Вот. Разживка-то. Разживка-то. Сейчас покажу, Дина, что такое разживка. Сейчас покажу, что это такое. Это, наверное, термин из чего? Из гжели разживка или из жесткого? Разживка, она везде есть. Везде. Оживка, разживка, чертежка. Это из жесткого, есть и хохломеис разживка. То есть это термин. Это внутренние цветка, как бы украшение. Украшение. У меня вот здесь, вот видите, еще белое не высохло, я так уже немножко вот добавила. Вот она. А на золотом черная разживка. Тоже не высохло, потому что золото долго сохнет. Ну, обычно там бывает потоньше, потому что действительно, когда наша высохла. Да, она даже серая такая. Вот, понятно? Угу. Вот такой вот санкт-петербургская роспись.